папа би па пу па па пу пам пум. Два, ебать! Всем привет, с вами Аван Грешник, мы продолжаем играть в Arena Breakout. Сегодня мы поговорим о пулемете RPD. Я уже с ним побегал, достаточно большое количество каток, очень мало кто с ним сливался, либо повезло, либо настолько он хорош, и могу с вами поделиться уже, собственно, своими впечатлениями. Давайте сразу начнем, наверное, с каких-то недостатков, и в целом, знаете, касаемо стрельбы, меня все устраивает. Уж не знаю, вот в базовой комплектации, что с отдачей, я сразу накинул рукоятку, я сразу накинул улучшенную вот эту установку усовершенствованную за 6000 и накинул стабилизацию. Поставил сюда тоже лазер, тоже прикольно, кстати, с лазером, когда от первого лица хреначишь, без прицела оно очень даже удобно. Но, вот так попробуем выйти, тоже посмотрим, что это из себя представляет. Используют, кстати, боеприпасы 7,62 на 39. Купить их в разделе контактов нельзя. Так что приходится покупать за коин. Барабан на сотку, других магазинов нет. То есть только 100 патрышей. Магазин стоит 10 тысяч коин. Можно купить два магазина и по фулу их менять, перезаряжать, но я так делать не пробовал, просто потому что дорого. Даже один магазин забить стоит достаточно приличных средств. Давайте вот просто для примера покажу, да, если мы берем любой, абсолютно любой третий уровень, первый левел я вообще не рассматриваю, ну, потому что, сами понимаете, толку-то от него. Берем любой третий левел, мы хотим заполнить вот магазин, да, полностью перезагружаем, нам нужна сотка. И мы уже влетаем в 13500. То есть 13500, спокойствие, куда ты улетаешь, 13300, 15000, ну хотя в хпшных паттершах, я не знаю, такое себе, они вообще пробития не имеют. То есть вот две трешки, по 13000 они влетают. И это только один рожок. Как минимум с собой сверху еще бы желательно докинуть 60-100 патрышей в кармашке, чтобы потом перезаряжать этот барабан. Из разгрузочных жилетов, из дешевых вариантов, я выбрал жилет за 5000 коунов на рынке. Это компактный FA. Фишка его в том, что ничего не падает в инвентарь, есть отдельный склад специально ровно под один такой барабанчик. Он достаточно большой, собственно, как магазин у Сайги. Вот сюда можно на левую и на верхнюю линию поставить медикамент. В целом у меня все за эти бои влезало, никаких неудобств я не испытывал. Ну, то есть это из дешевых вариантов. Ну что ж, вот так эта тема выглядит в бою. Прицел я ставил пока только такой. На X2, X3 я уж не решаюсь. Уже пулемет, отдача и все дела. И отдача, если уж так в целом посмотреть, ну не такая страшная. Бывает и похлеще, вот будем так говорить. Что нужно делать, чтобы активировать сошки? Он рядом с медленной ходьбой находится рядом. Нужно лечь вот таким макаром и нажать, собственно, на значок. Он переходит в режим прицеливания и двигаться, собственно, при этом вообще никак не может. Он прижимается к земле и вот в этом положении можете вести огонь. Удобно, прикольно, классно, как фишка, весьма неплохо. Но можно, опять же, убрать эти сошки, поставить себе усовершенствованную модельку и налепить абсолютно любую рукоять, которую вам душе угодно. Из минусов, ну не знаю, отсутствие глушителя. То есть вашу позицию запалят сразу,
по ботам желательно не вам стрелять, а кому-то из союзников, да, если вы играете особенно в команде, чтобы вас раньше времени просто не обнаружили. Отдачу я не знаю, я отдачу к минусам относить не буду, вполне себе терпимая, вполне себе нормальная. Сейчас посмотрим, какая будет отдача без усовершенствований особых. Я сюда просто налепил прицел, все, я больше ничего здесь не делал, конкретно в этой модели. Что еще могу отметить? Это, кстати, мы на платном режиме бежим. Бежим на платном режиме. Дорогой магазин, очень дорогой магазин, вот это минус. То есть вот я в бой сейчас взял, ну, тысяч на 20, да? То есть сотка в кармане, сотка в барабане. Смотри, стихи получаются, прикольно. Оно вот так выходит, по-другому никак. Можно использовать дешманские патрыши, но вы сразу теряете в эффективности пробития, вот это, в боевых своих характеристиках, вся история, вот это уходит, конечно же. Конечно же, на нет. Вот стоит бот, ладно, давайте. Ну, видите, отдача не особо большая, она как бы есть, но она незначительная. Она вполне себе терпимая. Звук приятный, прикольный. Ничего по поводу этого сказать плохого не могу. Вот этот режим, с одной стороны, классный. Он прижимается к земле, вы становитесь менее, как бы, по идее, заметным. Но с другой стороны, вы привязаны. И чтобы с этой привязки уйти, надо еще раз нажать на навык. Он пока вот заперется, все дела. Естественно, проблема — это перезарядка. Это пулемет, ну а что ты хочешь? Проблема боеприпаса осуществляется вот так. Достаточно быстро. Как он узнает, что у него полный магазин, я понятия не имею, окошка никакого нет, просто открыл, посмотрел зарядник и все. Как-то узнал. Смена магазина — это отдельная тема. Когда у тебя один магазин в инвентаре, это, конечно, ебля. То есть желательно все-таки иметь два магазина. Я вот не знаю, работает ли сошка, если подойти к какому-нибудь... Подожди. Заграждению нажать. Нет, скорее всего, просто положение лежа и все. К какой-то текстуре подойти и поставить на сошки, наверное, не получится. Нет, нельзя. Она бы срабатывала во многих местах тогда. Перезарядка. Это главный минус данного пулемета. В остальном он мне понравился. Вещь четкая, красивая. Скорострель на 690. Вполне себе нормальный показатель. Это не пистолет, пулемет, в конце концов. Это пулемет полноценный. Боезапас надо расходовать грамотно. Зажимать, ну ты можешь зажать, выпустить 100 пуль. Ну, во-первых, это выйдет тебе в копеечку. Давай уж так тогда, да? Ну и, во-вторых, перезаряжание. На самом деле, это реально геморрой. Кто вот кинул гранату? Видите, мы как бы в траву укладываемся, нас, по идее, еще хуже должно быть видно. Ну, вот в таких вот точках, если вы очень любите супер крысиные позиции, оно, конечно, зайдет. Кстати, можно открывать инвентарь и карту в таком положении. Что тоже плюс. Давайте пока о перезарядке поговорим. Вот вы чуть-чуть потратили боезапас, и желательно по возможности сразу же перезаряжаться, да, найти укромное место. И пошло-поехало. Почему нужна разгрузка с этим хотя бы одним слотом? Потому что вы просто нажали кнопку перезарядки не через инвентарь, и он спокойно дозарядил его. То есть дозарядка происходит достаточно быстро. Он просто сует магазин, закрывает крышку. Немедленно, недолго, хорошо. Но вот этот момент, когда у тебя уже чуть-чуть боезапас закончился, надо дозарядить. Он, конечно, напрягающий момент. Тебя могут в этот момент атаковать, перебить, да все что угодно. Так что лучше, конечно, в идеале прихватить второй магаз. А еще в идеале не пережимать. То есть, как вот с автоматом играете? Ну, знаете, у меня не было ни одного пока такого момента, из вот сколько я играл с этим пулеметом, чтобы у меня боезапас прям закончился. У меня всегда хватает, ну, максимум полрожка уходит, да, на какие-то жесткие файты, в каких-то жестких моментах, где ты там против группы игроков играешь. Я особо как-то вроде и не зажимал с этим пулеметом. Его нормально вполне себе хватает. У тебя остается какой-то боезапас, чтобы еще, если что, вдруг после битвы самообороняться, и все в таком духе. Скорострельность меня вполне себе устраивает. Благодаря этой скорострельности можно контролировать отдачу. Мне очень понравился этот пулемет, очень классная вещь. Единственные его два минуса — это вот
ебля с магазинами, дороговизна немножко боеприпасов в совокупности с магазином, да? И... Ну и не так особо сильно, ну, дороговато, конечно, да. Дорого... Это не эконом-сборка, надо сразу это понимать. Ебать. Хорошо. Удобный контроль, очень удобный контроль этого пулемета. Это классный пулемет, потому что он может дозагружать в себя магазины, плюс еще имеет при себе щиток весьма неплохой. Мне вообще пулеметы в этой игре нравятся. Вот это вот новинка у меня в руках, и я еще не открыл второй пулемет. Наверное, по нему будет отдельный видеоролик, когда я его открою. Там уже надо посмотреть. Но опять же, из-за того, что боеприпасы дорогие, они и убойные. То есть тут проблем с уроном я ни разу не замечал. Очень хороший боеприпас. Он своих 13 тысяч коунов стоит. Когда у вас загруженный магазин на сотку, вы можете спокойно сражаться с противником без каких-либо проблем, не задумываясь о перезарядке до определенного момента. В перерывах начинается ебля с дозарядкой. Ну и чего стоит говорить, что такое заряжать во время битвы 40 патрушей в магазин. Если будет такая возможность в этой битве, я вот отстреляюсь. Я под конец, наверное, нарезать особо сильно не буду. Посмотрю там сам. То есть вот это вот открытие магазина, положить его, это одно дело. Потом еще в него загрузить патроши надо. Это совсем другой момент. Совсем другая ситуация, вот, например, как у союзника по команде. Да, у него магазины по 60 вроде, если я правильно рассмотрел. Или по 40. Ему просто достаточно поменять магазин, все, он к бою готов. Здесь, ну... Останавливает цена данного магазина, десяточка. Хотя вот опять же, по эффективности пока все прекрасно. По-моему, тут кто-то валяется, смотри. Минус первый. Ну, собственно, понимаете, да? От бедра вышло не очень. Лазер бы все-таки поставил обратно, с лазером очень удобно. Минус один. Минус два. Ебать. Да, ну, это мой второй слив за всю игру от рук бота. Что не говори. А что-то союзник в комнате закрылся слева и сидит. Решил под конец влететь прям сразу в битву. Красиво, четко. Ебать. Скример, спокойно. Скример, спокойно. Решил под конец улететь в битву. Давайте сделаем это. Давайте посмотрим, как выглядит дозарядка. При этом мы потратились прям, ну, реально немного. Вот посмотрите. Все это время вы уязвимы. То есть желательно делать это как-то в закрытую, где-то в каких-то углах, где-то в каких-то местах, где вас просто-напросто... ну, не успеют. Не успеют атаковать. Где вы противника услышите в первую очередь, успеете отменить дозарядку и поставить барабан на место. Благо он это делает достаточно быстро. Нас немножко гранатами разнесли, союзника вынесли. Союзника вынесли. ГРН-ка, и у меня закончилась аптека. Давайте попробуем сейвануть его оружку. Его вынесли гранаты, и все тут, ничего не поделаешь. У окна никого не вижу. Кстати, интересный момент дыма, смотрите, в окне. Можно заметить противника. Вообще нихуя не вижу. Вот вообще я не вижу ничего. Но союзника смели. Очень темно, блядь, вот очень темно. Мне не хватает света, я тебе серьезно говорю. Я не увижу силуэт. Я вот вижу пальму. Я больше нихуя не вижу, кроме этой пальмы. Лучше я останусь в сильной позиции пока что. Ага. Да ебануться, блядь! Ну как, я сколько попал-то там в него? Подожди, я промазал пол рожка, по-моему, выше его головы, нет? Ну-ка, покажи-ка результат. Зато прыгнул он красиво. Он сделал это он с помощью М4А1. Бронебойный 5.56-45.
Хорошо, травма врага, рука и нога, вот эта травма, да, походу я пошел немножко мимо и промазал чуть-чуть. И решил попробовать полностью без брони на обум сделать еще один раунд, но только на новой карте с машиной. Так сказать, реализовать тактику, найди автомобиль и попробую его расстрелять с пулемета. Yes, минус один. Ёп, блять, ну так, короче, я приземлился вон на крышу автомобиля и после этого решил выйти, перезапустить запись, катался, никого не было, пока перезапускал запись, меня слили, да. Собственно, надо было не перезапускать надпись в записи, а потом просто нарезать. Давайте подводить какие-то итоги. За исключением того, что пулемет стоит за валюту контактов, а ее много не бывает, она вот, например, уже у меня закончилась. Пулемет хороший, мне полностью, абсолютно полностью понравился. Единственные его проблемы могу только вот назвать перезарядку и дороговизну боеприпаса, да, то есть это не экономная сборка, это прикол для, наверное, командной большей игры, либо для вот уничтожения вражеской техники. Или для уже уверенных в себе игроков. Мне в целом понравилось. С вами был я, Иван Грешников. Ставьте лайки, не забывайте про колокольчик. Если есть серия видосов и так далее, поставьте в описании Discord сервер и поддержка канала. Всем хорошего настроения. Всем пока.